Родитель, первое слово тренера Костей, Александр Леонидович. Так, ну, я думаю, игра понравилась сегодня зрителям, доставили ему удовольствие болельщикам, которые сегодня пришли. Вот, по нашей игре, считаю, у нас было неплохое движение, особенно в первом периоде, владели преимуществом, были моменты. Вот, и часто так уже, конечно, сложно говорить, как бы что, но все-таки надо нам было забивать, тогда бы, наверное, что-то по-другому сложилось. А так, я считаю, если брать игру в неравных составах, где у нас сегодня в большинстве ничего не получилось, а в меньшинстве, наоборот, мы пропустили 3 гола, вот, которые как бы решили, да, исход этой игры, в принципе, сыграли неплохо. Единственное, да, конечно, в большинстве надо, у нас были моменты, мы играли много в большинстве, то есть пенять нам не на кого, на самих себя, время еще до плей-оффа есть, поэтому этот компонент игры нам надо улучшать. Спасибо. Ну, первое, что хочется сказать, поблагодарить команду, ребят, за ту самоотдачу, за ту игру, которую они сегодня подарили зрителям. Я вам сказал уже в раздевалке, вот эти овации в конце, после игры, после победной. То, что зрители стоя не выходили, приветствовали команду, дорогого стоит, и за это нужно не просто играть, за это нужно костьми ложиться. Так что за это болельщикам всем спасибо. По самой игре соглашусь с Александром. Первый период «Адмирал» нас переиграл во всех отношениях, и по игре, и по броскам. Где-то у нас была рискованность, очень много потерь совершили на синих линиях, что приводило к контратакам. Хорошо, удачно, да, забили в большинстве. Не выдумывали ничего, ребята бросили, добили. И в дальнейшем сумели исправить положение, перестали ошибаться там, где не нужно, и, соответственно, игра немножко выровнялась. Как правильно заметил Александр, да, большинство сегодня у нас зашло, у них не зашло. В этом весь хоккей современный. Так что так. Пожалуйста, вопросы, если есть, уточняйте, кому-то. Если вопросов нет. Все, что. Спасибо.